Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня Градской центр детского творчества предлагает вам посмотреть очередной калейдоскоп прекрасных фестивальных дней фестиваля детского творчества «Весенние звезды». Мы покажем вам несколько видеосюжетов с нашего фестиваля. 26 марта в рамках фестиваля прошел прекрасный праздник гитарной песни. Конкурс гитарной песни «Взял гитару, играй». Утром все
все забыла, музыка сорвалась. Ты меня убил. У тебя забавы. Утром все забыла, музыка сорвалась. Ты меня убил. Мимо кораблю.
свою шутливую в городе Чите в прошлом году на фестивале «Апрельские струны». Кто не знает, знаете, пожалуйста, что каждую весну в городе Чите клуб гитарной песни собирает любителей гитарной песни на конкурс, который носит название «Апрельские струны». Вот Роман Николаевич в прошлом году побывал на этом конкурсе, и вот одну из песен, которую он туда возил, свою авторскую песенку, песенку-шутку, он сейчас для вас споет. Взял гитару, играет, заиграл, надо петь. Ничего, что струны не настроена медь. И не важно, что голос не держит аккорд. Дорог и улыбки.